И что ж. По ту сторону рельс. Не по ту сторону рельс, не важно. Эй, Карл, ты занят, надеюсь? Ты знаешь меня, офицер Темпани? Да, я знаю, Карл, я знаю все о тебе. Не только меня, убей от меня свои руки, семья. Вот так, Карл, я слежу за тобой. И что, типа мне не пофигу. Назовем с тобой, Карл. Сукин сын. Что это было, крошка? Ты скажи мне. Они вовсю суют свой нос. Этому Дэмбине всё нужно, чёрт с ним. Да. Что на то сейчас? Эй, давай немного поедемся. То, о чём-то упоминали. И это сейчас кто-то втянет нас игру. Alright, мне в центр. Куда смог? Unity Station. О, музыка, музыка, музыка. Если авторские права дадут, тогда будет всё. Жопа. Что мы ищем, Смоук? Когда встречается Санфиеро и Эйфер, чтобы удалить одну стельцу, уладить одну дельцу. Санфиеро? Я думаю, что зеленый мексиканцы не связываются с Лос-Сантос. Ёпты, достал меня! Ты на них похожа? Ублюдки, засекли нас! Как они не упали сквозь его? Мы должны достать этих тупиц! Мы сейчас их перегоним, и сейчас вы увидите крошёки. Многие неправильно проходили эту миссию, но мне... Блин, музыка. Иду за этим поездом! Ближайся, Джей, я их сейчас завалю, тупиц! Подожди, я не знаю, чтобы можно было взять выстрел, да? Чувак, мы сейчас обгоним их. Доедем далеко, мы далеко доедем. Ой, что же нам нужно было делать, это с поездом, Сиджей? А, не надо было мне быстро ехать-то. Ой, я тебя идиот. Вот я молодец, я перегнал их даже, что они исчезли. Ладно. Надо было еще написать, не спеши, не обгоняй их. Да уж, бывает. Да-то идите нафиг, вы сраные балласы. Да. Бывает. Вот так вот. Да-да-да-да, мы уже говорили об этом. Так, короче, надо тогда драться на одном уровне с ним. А то как рвануть. Пусть если я его буду держаться на уровне, я тогда не успею заехать туда. Ладно, будем держать дистанцию, но не маленькую, небольшую. Да. Тут поезд неубиваемый. Не останавливаемый. Я не хочу просто их убивать. При помощи Биг Смоука. Главное не отставать от них, а то, что мы Биг Смоука потеряем, это хрен бы с ним, да? Это что-то еще по встречке, по скрипту выйдет еще один. Ой, вот оно. А мы вот так это сделаем, короче. Все, мы сюда сдадим. Главное не обогнать этот поезд. Мы его видим. Мы видим этих ублюдков балласов. Хочешь, чувак, багаса, точнее. Все, чувак, оставайся тут, я сейчас, короче, прыгну на этот поезд. Прям сейчас ровно на него надо. Хлоп! Вот мы и здесь, чуваки. Все, сейчас мы их расстреляем очень легко. Да на них не отставать, а то, что мы Биг Смоука потеряли, этого хрен бы с ним. Все, вам всем капсдан, чуваки. Это все хрень.
Ну что, легко и просто. На второй попытке я прошел. Черт, он где-то оставил большого смока, посади вернись за ним. Да блин, меня сейчас поезд увозит. Далеко-далеко меня увозит. Так, ну что, вводим другой чит. Стопай, тачка, ты куда поехала? Стоп, еще в воду бы не упасть, самое главное. Так, стоп, если я тут поеду. Да, ну я тут увижу, если что. Ты хочешь убежать. Ну, погодите, ты бы наоборот здесь. Что я запутался? Этот поезд поехал. А, нет, правильно. Подумал, что он справа едет. А как он слева? Вот что, товарищ? Вот он. Фиксон-то наверху, кажется, вот прикинь. Где я так его, там его оставил. Ну все. Тут никому не нужную тачку оставляем здесь. Ну не, если честно, было бы безопасно, братан, пошли. Пошли, братан. Эй, давай убраться отсюда, пока не появились копы. Ты же смотрел ладно к его дому. Чувак, ты не прыгай! Ты че как тут здесь оказался-то уже? И куда ты идешь? Я думал, ты застоял там. Смотри у меня. Предатель будущий, я знаю, что ты предашь нас. Это всегда так было? Что всегда так было? Всегда все разбило через жопу или что-то это все из наркотиков? А ты как думаешь, парень? Я не знаю, поэтому и спрошу тебя. Эй, йоу, не спрашивай бы лица, дружи, спроси дурака. Я именно так и сделал. Что же, если ты собираешься себе ходить на лишь? Я больше не собираюсь говорить на эту тему. Ну да. Это было серьезно. Хотя на самом деле реально серьезно насчет того, что не смог, дурак, он трейдил нас потом, в итоге. Я не знаю, когда мне эта миссия выпадет, что мы будем его мочить, ну, посмотрим. Эти лучше браться туда, Синджи, я не хочу, чтобы эти балбесы с Сэйн попали. Ладно, парень, будет слушать за ним, когда увижу с тобой позже. Так, там, слава богу, не в меня стали, но смотрите, я не хочу, чтобы эти балбесы из Сэйн. Попытались тянуть их какие-то проблемы. Ладно, парень, буду стараться не котами. Котами, может, копами? Чёрки. Ты охренел? Чё, тоже хочешь получить? Да, нах. Ты тоже хочешь получить? Всё? Или не всё? Всё, ладно, до свидания, чуваки.